Приветствую вас, это не... мужчина, которому вы не безразличны. Это мужчина, который уважает ваши ценности, уважает ваши приоритеты, уважает ваш личный комфорт, уважает ваше здоровье, и которому вы очень сильно важны сами по себе. По сути, нужно понять, что мужчина это не является необыкновенным в принципе. Не является необыкновенным вообще. Необыкновенным вы его сделали тем, что начали с ним встречаться. Необыкновенность ему вы предложили. И мужчина именно благодаря вам стал вести себя так необычно. Мужчина благодаря вам стал вести себя мужественно, галантно, благородно и так как соответствует кавалеру. То есть вы облагородили мужчину и, возможно, поставили его на путь отказа от сигарет. То есть это вы необыкновенный человек, а не он. И вы поделились этой необыкновенностью с ним, тем самым позволив ему проявить себя как мужчине рядом с вами. И именно в этом, в том, что вы проявили свою женскую силу, женское очарование, а мужчина в ответ проявил свою мужественность, вот именно это и является необыкновенным. Именно это называется химией между людьми, когда люди хотят друг для друга делать что-то, чего бы они никогда не сделали для других. И причем делать абсолютно безусловно, абсолютно без всякого принуждения, просто потому что им так хочется. И вот именно это и является необыкновенным. Желаю вам только удачи с этим мужчиной, чтобы все получилось, чтобы вы стали парой, и чтобы он окончательно отказался от курения сигарет. На этом все. Желаю вам успехов. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше.